Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Мне сегодня гораздо лучше, я такая на энтузиазме спускаюсь вниз, думаю, сейчас как накрашусь, как сниму видео с покупками на распродаже, но я понимаю, что я не в состоянии больше наносить боевой раскрас, потому что все течет уже в процессе. Реально, ты спускаешься с одного этажа на другой или поднимаешься, и тебе хочется вернуться в душ, все уже влажное, какой-то... ад. В Кракове еще и повышенная влажность и такое ощущение, что ты находишься в тропиках. Очень душно, так что покупки и примерка, всякие образы у нас будут во влоговом формате. Пожелайте мне удачи, чтобы я не расплавилась по ходу этого влога. Смотрите, 35. Пей-пей, зайчик. И сегодня вообще обещают 36. Я не помню, когда в Кракове была такая температура, и завтра 23. Как вам такие изменения резкие? Обожаю эти перепады. Вначале мы с вами рассмотрим Зару. Этот жакет мне понравился еще до распродажи, но я как-то думала, надо или нет, а со скидкой очень даже приятно получилось. Это лен, и внутри еще и хлопковая подкладка, что крайне редко случается. Обычно это синтетика, знаете, как парит. Я думаю, что вы себе представляете. И сейчас покажу, как это выглядит на мне и с чем я буду его носить. Мои любимые очки Celine так хорошо защищают от солнца, что я даже не вижу, что происходит на маленьком экране камеры. Надеюсь, что я попадаю в кадр. Я решила составить наряд из белого, зеленого и более контрастного черного цвета. Мне кажется, что так выглядит максимально стильно. И мне очень нравится то, что это природный оттенок зеленого. То есть буквально как наш газон, только разбеленный. Благодаря этому он будет сочетаться с очень многими другими натуральными цветами. Коричневый, карамельный, ну черный-белый, понятно, но еще с джинсами тоже. И это базовая модель, только другого вот цвета, да, если хочется чего-то для капсульного гардероба, скорее не базового, то я считаю, что это очень удачная находка на скидках буквально за копейки. Также обратите внимание на то, что здесь черепаховая пуговица, это не делает вещь вот такой дешево выглядящей. Это лен, и он всегда будет слегка помятым. Меня это устраивает, ему это дозволено. Не слишком объемный оверсайз, то есть под низ можно надеть что-то поплотнее, но при этом свободно застегиваемся и ничего не жмет, не давит. Буду его носить не только в этом сезоне, но и в начале осени, например. Я считаю, что в летнем гардеробе должен быть жакет вот такого плана. А в моем случае даже не один. Я часто использую этот элемент гардероба. Что касается юбки шортов, то можно было брать и XS, потому что она довольно свободно сидит. То есть это не супер маленькая S-ка. Я боялась, что она будет сидеть прям сильно в облипку, потому что здесь нет застежки, а резинка. Иногда она вот так, знаете, впивается, и потом складки какие-то, сказала Оля, и но складки от майки, так что не надо. Здесь вот часть ткани прикрывает сами шорты, и я боялась, что XS-ка тоже будут слишком короткими. На самом деле длина хорошая, попробую отыскать, если нет, то оставлю эти, потому что слишком они мне нравятся. Вот эта сумка у меня из H&M, актуальная коллекция, и шлепки тоже. Они мега удобные, девочки, я в них гоняю куда угодно. Мягусенькие, легкие, показывала вам в покупках. Если еще где-то встретите, то рекомендацион. Лично мне очень нравится этот наряд, напишите, как вам. И если вы не в восторге, не фанатеете от зеленого, то можно выбрать любой другой. Желтый, оранжевый, розовый. Просто летом хочется чего-то другого, чем только бежевое. Все черное, синее и серое. Вот это юбка-шорты. И сколько там на нее скидки сейчас? 20% всего лишь? Ну ладно, я бы и без распродажи купила, но как-то раньше не видела. Рассматриваем следующий образ. Очки отхватила в резерв.
меньше, чем за $10. Если честно, нечто подобное я искала и в люксовом бренде. Но я, во-первых, ничего такого не встречала. Мне хотелось, чтобы это была именно бежевая оправа с коричневыми стеклами. И с другой стороны, я думаю, как часто я буду носить именно такую модель. И я попридержала коней, думаю, ладно, вот если прям увижу что-то, что западет в душу, тогда я приобрету. Модели такой я не встретила, зато мне попались кайфовые очки в резерт. Я думаю, что они не будут прям очень хорошо защищать от солнца, но справедливости ради, даже в брендах типа как Celine, Tom Ford, там тоже не то чтобы самая классная защита. Поэтому я решила, что возьму эти, и сейчас не могу нарадоваться. Нужно посмотреть, есть ли они онлайн, но у нас их навалом в стационарном магазине. Сумка у меня из H&M. Я ее заметила еще как-то в начале весны, и она часто у нас распродана. Потом мне пришел промокод на -20%. Я решила обновить свои летние сумочки. Она немножечко в стиле боха. Светлая тоже со многим будет сочетаться, на пляж, в город можно. Ну и, собственно, комбинезон. Я здесь его чуть застегнула, потому что я планирую носить его на пляж с купальником, и тогда меня ничего не будет останавливать и смущать. Но так, в город, чтобы все не вываливалось, это, конечно, удобно. Так на скорую руку сделала, нужно как-то выровнять сейчас. Вообще сняла булавку, все нормально. Мне почему-то казалось, что будет видно белье. И это такая вещь, которая тоже не обязательно прям куда-то на пляж или на природу, просто летний сарафанчик. И он очень объемный, дышащий, ткань летящая, ее здесь не пожалели. И это не пояс, который затягивается, но его можно чуть-чуть подсобрать, но он как бы с одной стороны вот так интересно сделан, даже держится, никуда не съезжает. Сзади у нас открытая спина прям полностью. И издалека даже как будто это какое-то платье. И я вот уже планирую свой гардероб в отпуск. Достала шлепки из Зары. Похожие есть в H&M, в актуальной коллекции, только не помню, каких цветов. И, вы знаете, они не мега удобные. Все равно я периодически их обуваю, когда мне не нужно наматывать километры. Вот, хорошо сочетается с сумкой и с комбинезоном, и много к чему подходит на самом деле. Это один из моих любимых нарядов, которые я сегодня буду вам демонстрировать. Девочки, хотите прикол? Я полезла в свои закладки на AliExpress, искала кое-что другое. Что вы думаете? Я нашла там точно такой же комбинезон. Я не знаю, кто у кого украл идею, но ссылкой я поделюсь, потому что на Алике дешевле, а раз я купила, пусть остается. Тем более, как я и говорила, он не дорогой. Это еще и лен. Мне нравится и расцветка, и фасон, и вообще. Довольная как слон. На самой распродаже я не то чтобы купила прям очень много вещей, но зато у меня есть несколько очень крутых, недорогих находок. И это платье является одной из них. Я показывала вам более нарядный вариант с этим же платьем, но с другими аксессуарами в своем инстаграме, когда мы собирались на день рождения. Там была белая сумка, белые туфли. Но это такой повседневный вариант, и мне нравится, как такой цвет смотрится с черным и с белым. H&M, девочки, тоже покупала с той же скидкой. Возможно, сейчас тоже есть какая-то акция на него. Если не сейчас, то однозначно будет позже. И такое же платье есть в нескольких расцветках. Это 100% хлопок. И несмотря на то, что сейчас у нас тут пекло за окном, в этом платье мне не так-то и жарко. Хотя даже если догола раздеться, то от этого не становится легче. За счет того, что это хлопок, в нем очень комфортно. Сверху здесь вот такая кулиска, которую можно затягивать по вашему желанию. Мне сейчас захотелось открыть плечи, но можно поднять чуточку выше. И посмотрите, сколько здесь ткани. То есть оно такое, прям вот если кружишься, да, как солнышко.
рукав объемный, супер, конечно. Оно есть в нескольких расцветках, я не помню, я сказала или нет. И даже если покупать за полную цену, то я вам настоятельно советую. У меня размер XS, но, как видите, XS это так, тоже относительно, потому что и здесь можно затянуть, и по талии подогнать, потому что если снять пояс, то оно будет полностью свободным. То есть нет здесь никакой сшитой талии, все можно регулировать. У меня 1,62 м, вес не спрашивайте, я не знаю, я самый счастливый человек, я его больше не проверяю. И еще хотела вам показать сумочку. Она тоже из H&M, из актуальной коллекции, есть в нескольких цветах. У меня когда-то была плетеная из аутлета Манго, если помните. Вот приключение – это наша вторая фамилия. Мы ездили в Италию, у меня была плетеная сумочка, она распустилась, и именно тогда мы потеряли мой вид на жительство. И Томик мне подарил другую сумку, но мне все-таки хотелось иметь черную плетеную маленькую, чтобы закинуть туда телефон, камеру, какой-то блеск. Зеркало я с собой не ношу никогда, ну, мне этого достаточно. Она даже удобнее, чем та, которая была у меня. Вот здесь такие ручки, а внутри мешочек на дермантиновых шнурках, которые можно затянуть. Блин, меня укусила какая-то фигня и так чешется. Простите, у меня теперь красное пятно на декольте. Надеюсь, это не будет вас слишком смущать. Платье, опять же, из моего инстаграма. Но знаю, что не все там подписаны, поэтому покажу здесь. Платье из серии, знаете, мешок, ну красивый мешок. Действительно, цвет мешковины, и это такой приятный лен, он тоненький, он не жаркий. В H&M обычно чуть ниже ценник, а это платье стоило 170 с чем-то злотых, и я думаю, ладно, закажу и посмотрим, что из этого получится. Оно есть еще и в черном цвете. У меня в размере XS, и вот эти всякие, знаете, там складочки, сборочки в области бедер, для меня это опасная тема, но я хочу вам сказать, что оно все равно как-то не особо полнит. Я в последнее время немного похудела, может это связано с этим, не знаю. Оставлю вам на него ссылку, мне оно нравится. Здесь в платье есть еще вот такой секси разрез небольшой, но ничего не выглядывает, лишнего не видно. Будучи в этом платье, как раз покажу вам жилетку. Простите, я не стану надевать сейчас рубашку и джинсы, а то у меня будет термический шок. Или джинсы и брюки. Это сейчас, сегодня нереально, а завтра я не смогу снять, потому что дети вернутся, и я буду снова погружена в мамские всякие дела. Эта жилетка, к сожалению, абсолютно без шерсти, но она очень стильная. Цвет тоже и не коричневый, и не серый. У меня XS, в наличии были все размеры, даже до 2XL. На нее очень хорошая скидка, 41%. И осенью я знаю, что я буду часто носить эту жилетку. Есть внутренняя пуговица, но я сейчас так побыстречку постараюсь показать более-менее. Есть карманы, длина, видите, какая прикрывает колено. И я собираюсь носить со свитерами, с лонгсливами, с джинсами, в принципе, с чем угодно. Такая универсальная штучка. Насколько я помню, то жилетов у меня нет. Пора это исправить. Оставаясь в теме осени, эти лоферы оказались даже более качественными и приятными в жизни, чем я ожидала и рассчитывала. Думаю, ну если будет так себе, то верну. Это кожаные, и мне нравится то, что это состаренное золото. Я чаще всего ношу все-таки золотую фурнитуру, золотые аксессуары, ну фурнитуру на сумке я имею в виду. Они тяжеловатые, но все равно на ноге очень удобные. Мягкие внутри, не знаю, наверное, тоже кожа, сложно сказать. И я еще весной хотела себе купить такие лоферы, именно светлые, но как-то ничего не было, я думаю, ну ладно, проживу без них. Сейчас на них была приятная цена, так как летом мало кто покупает осенние вещи, но я хитрее, потому что я знаю, что это тоже покупка вне времени, буду носить, пока не сношу, пока не убью их.
аккуратные они, конечно, на ногах. И будьте осторожны с размером, если соберетесь заказывать, потому что обычно на плоском ходу я покупаю себе 38, а эти лоферы у меня в 37 размере, и вообще ничего не жмет. Я бы даже сказала, что так свободно. Плотный носок сюда не наденешь, если вы вдруг такое любите. Но я ощущаю, что есть запас, так что точно не должны натирать и как-то жутко давить. Девочки, чуть не забыла, я не задействовала их ни в одном образе. Это такие босоножка-туфли из Зары, тоже из распродажи. Это их оригинальная цена, но я купила их дешевле. Видите, спереди носик из корзама, а сверху сеточка. Необычно, но при этом элегантно. И здесь невысокий каблук, у меня 38 размер. Летом я люблю такую обувь. Они, конечно, немного удлиняют ногу, если вам такое не нравится, но я хочу вам сказать, что для меня это окей. И красивый цвет бежевый. Бежевый вообще ко всему. Хоть к цветным вещам, хоть к тому же бежу. Вот я их хотела, но в стационарном магазине у нас уже не было размера. А тут нашелся онлайн. Ой, блин, наступаю на этикетку, еще тут убьюсь дома. Девочки, с вас палец вверх за старание. 36 градусов. Блин, и с ангиной. Решила все-таки надеть. Ну, потому что как по-другому рассказать? Это такой же спортивный костюм, как у меня был белый и желтый. Но желтый я отдала тем, кому он был нужнее, а себе купила новый на распродаже. Это Reserved. Это как раз такой вариант, который хорошо греет в холодное время года. Или с нашей непонятной погодой, может, даже и летом пригодится. И мне захотелось чего-то яркого. Там еще был такой нежно-сиреневый, мятный, еще какой-то яркий, не помню. Но я схватила оранжевый, думаю, буду щеголять, зато меня за километр все будут видеть. У меня костюм в размере XS, и на меня как раз подходит длина брюк. Карманы в брюках есть, и еще вот такой большой, и капюшон. Вот эти костюмы мне очень нравились в прошлом году. Я осенью покупала, помните? Белый еще оставила, но мой любимый муж такой хозяин. У нас тут, видите, семейное постарался. И он чуть-чуть сошелся. По-моему, это точно такой же. Вот на первый взгляд ничем не отличаются. С начесом, чтобы вы понимали, чего не сделаешь для Ютуба. Все, раздеваюсь, иду пить кофе, потом сейчас умру. Ну и ценник. Специально проверила, какая же скидка сейчас на эти костюмы. Минус 41%. Остальные покупки из Reserved я показывала вам на себе в прошлом влоге. Да, купила вот эту юбку. Она, правда, не с распродажи. И эту рубашку. Не буду охотиться на такую же, только в полосочку. Хотя глянула, что онлайн они есть. Причем во всех размерах. И вот это платье тоже. Я не знаю, как такое может быть, но онлайн... На пару там десятков злотых дороже. Как такое может быть? Я не говорю о рубашке, а о платье. Оно дороже на 20 злотых. Кто-то что-то напутал? Не знаю. Наконец-то у меня проснулся аппетит. Я со вчерашнего вечера ничего не могла есть. Отпускает потихонечку горло. И, девочки, я сейчас проглочу свой язык, но я должна вам это сказать. Эстетика вышла из чата, зато реально, как это выглядит. Это такая намазка на хлеб, я очень люблю темный. И что я здесь смешала? Во-первых, наконец-то у меня отпустило немножечко горло, и я проголодалась. Я по-быстрому сделала себе такую намазку на хлеб. Эстетика вышла из чата, но зато как есть в реальной жизни. Я сейчас проглочу свой язык, я вам клянусь, настолько это вкусно. Здесь у меня тунец не в собственном соку, а в оливковом масле. Потом я взяла вот такой сырок. Он типа как Филадельфия, сливочный, но он не настолько жирный.
Даже соль не добавляла, немножечко перца, зеленый лук и также кукуруза. Я беру сладкую кукурузу. Господи, это так вкусно. Вы себе не представляете. Если вы любите тунец, то попробуйте. Я все это обожаю с темным хлебом. Все, сажусь есть. Божественно. У меня аж руки дрожат, настолько я голодна. Вернулась домой из закупки продуктов, потому что завтра приезжают мои мужчины. Мне нужно будет готовить обед. Покажу вам, что у меня здесь интересного. Во-первых, купила термоядерное средство. Ничего там не разбила? Вроде бы нет. Для окон. И мне нужно помыть душевую кабину. Я там такой капец сделала. Потом вам покажу. Ну, классно. Моей коже понравилось. Супер скраб, но я случайно попала на дверь, и теперь они жирные, все размазалось, придется мыть целую, блин. Если вы живете в Польше, то хотела вам сказать, что в Лиле очень вкусная, качественная молочка. Вот это молоко прям по вкусу как настоящее, и продается в стекле. Вот пробку можно сдать на утилизацию и стекло. Также в Лиле продается мясо без антибиотиков. Я взяла курочку, завтра будут польские отбивные. Девочки, облом. Думала, как сяду вечером на террасе, когда уже будет прохладно, налью себе напиток. Это слабоалкогольное, типа как пинаколада. Ну, у меня просто не из чего сделать настоящую пинаколаду. Потом вспомнила, что я на антибиотиках, так что фиг мне, а не пинаколада. У нас как раз была итальянская неделя. Мне действительно нравятся эти продукты. Первый раз буду пробовать готовить лазанью. Это типа такие макароны пластами. Никогда не делала, но я верю, что у меня все получится. Натертый пармезан. Это удобно, но хотя я обычно измельчаю пармезан в блендере за 10 секунд, сколько угодно. Мортаделла и неострые салями. Также видела, что там продаются разные формочки. Вот думаю, может, вернусь еще за маленькими, вот такими. Чисто белая форма, ее можно использовать в духовке, мыть потом в посудомойке. Так что здорово, белая. Мне нравится, когда все столовые приборы в одном цвете. А еще нашла сосиски с хорошим составом. Взяла XL, у меня сегодня будет обед, нет, даже ужин на обед. Мажорки, потому что хочу просто гречки с маслом, с сосисками и с помидором. А это то, что я иногда себе позволяю. Это так вкусно. Я считаю, что самые вкусные круассаны у нас в Лидле. Я думаю, что их привозят замороженными, но их выпекают на месте. И вот так без ничего. Просто круассан. Еще с черным кофе. Кофе не было, но я один стоптала. Дети любят, взяла им 4 штучки. А это тоже мальчики обожают. Орешки, это арахис в темном шоколаде. Господи, у нас в этом году такая дорогая малина, что я обалдела. 15 злотых за маленькую вот такую коробочку. Сколько это? Ну, я не знаю, какой сейчас курс. Наверное, около 4 долларов. Представляете? Цены, конечно, на все поперли вверх. Черешня. Еще в Польше популярная тема бобы. Я, наверное, странная, потому что мне они нравятся даже сырыми. И обычно у нас продают такую большую упаковку, которую мы с Игнатом съесть не можем. Ну, Томик там немного возьмет, а мы не осиливаем. Может, как-то можно замораживать? О, это идея. Но я просто увидела, что продают по полупаковке, и
нам с Игнашиком этого хватит на несколько раз. Он быстро портится, так что нужно его будет отварить в ближайшее время. Здесь отваривают в соленой воде и как семечки чистят и едят. Но же вам говорю, что я странный человек, я ем даже сырыми. Когда-то моя любимая Микуся покупала вот такую нюхательную мату на Алиэкспресс. Теперь все по наследству перешло Юки. Она оценила. Боже, какой грязный пол. Нужно его срочно помыть. Я надеюсь, что вам это не особо видно. Купила свежие цветы, потому что наши старые не выдержали. Я такое вижу впервые. Цветы продают с корнями. Вот такие. Для того, чтобы они стояли дольше. Может, в этом есть какой-то смысл. Красиво, да? Такая мелочь, а очень радует. Мы с моей помощницей остались дома. Детей и Томика нет. И у нас сегодня домашние обязанности на нас. Так как у нас появилась маленькая собака, и она совершенно другая, чем Микуся, у нас тут новые сюрпризы. Юки очень любит копать, как многие собаки, но наша Мика как-то спокойно к этому относилась. Давай, у нас аномальная жара, плюс 34, 35, 36 градусов, да, Юки ожила только к вечеру. Короче, Томик вчера купил траву, сейчас покажу вам. Она продается вот в таких рулонах, видите, сразу с землей. Юки, тебе сюда не обязательно, между прочим. И кусочками позатыкал дыры. А мне сейчас нужно вытянуть шланг и будем поливать цветы. Она просто как моя тень везде ходит со мной. Кстати, у нас сюда в гараж вот выведен отдельный счетчик с водой. Здесь не такая вода, как в кране, то есть она не настолько очищена, и она дешевле для полива растений, для огорода, то есть это такая техническая, можно сказать. Не везде могу достать шлангом. Ой, слишком много налила. Поэтому на ручном приводе. Вообще-то у нас обычно этим занимается Томик. Но я сегодня с удовольствием взяла инициативу на себя. Гортензии вымахали, правда, Юкас? У нас здесь полив травы, полив газона, который включается утром и вечером, но до того, как начнет жарить солнце, и после того, как мы помоемся, да, после 10 где-то, уже поздно. Обязательно кто-то скажет, что я это делаю неправильно, и, возможно, вы будете правы. У нас тут снова какие-то обновления, как видите, вечный движ. Их тоже нужно полить, потому что жара капец. Они, наверное, тут в термическом шоке. И гортензия. Она после жаркого дня немножечко, так видите, подсыхает, но потом более бодрая утром. Или когда становится посвежее. С любовью Томика к цветам у нас скоро будет забаррикадирован вход в дом. Притянул еще олеандр, он у нас фанат этих цветов, я думаю, что заметно, и кактус. Так что у нас тут буквально тропики. Ну все, это готово. Это наша новая домашняя декорация. Игнат принес со школы свою работу, он создавал сад, все делал сам и получил за нее награду.
Очень красиво. Для каждой мамы работа ее ребенка самая красивая, но креативненько, так необычно. Я очень им горжусь. Зацените наш дизайн штор. Это тоже из-за собаки, потому что вот именно две, это еще вторая, ей очень необходимы, буквально жизненно. Она их терзала как могла, вот завернули, все в порядке. Так, а сейчас мне надо вынести мусор. Это вам не просто так. У нас сегрегация мусора, поэтому контейнеров у меня много. И все нужно сложить в отдельные бачки. Пластик. Био. Микс всего. Если сортируешь мусор, то ты меньше платишь за его вывоз. А вывоз мусора у нас довольно дорогой. Вообще коммунальные в Польше не дешевые. Бумагу и стекло можно еще не выносить. Пакеты у нас тоже выдают, ну немного, но все равно что-то дают, когда забирают, там отдельно для всего. Как видите, девочки, мне совсем некогда болеть. Я вот типичный человек, у которого как только спадает температура, он сразу начинает что-то делать. Но на самом деле эти дни я провела одна, и я перезагрузилась, я отдохнула. Наверное, мой организм уже даже сам мне приказал лечь, отлежаться, отоспаться, и потом мне даже самой уже хотелось как-то поактивничать, что-то поделать. У нас говорят, что когда ты принимаешь лекарства, антибиотики на протяжении 3 дней, спустя вот это время, ты уже перестаешь заражать, поэтому я могла выйти и купить продукты, продумать, что я буду готовить, как-то спланировать. Ну и частный дом тоже живет своей жизнью, так сказать, и все постоянно заносится с террасы, плюс у нас маленькая собака, то буря, то жара, и вот это наша ежедневная рутина, которую мы с Томиком делим пополам. Но так как я одна была дома, мне даже захотелось самой это сделать, потому что мне так приятнее находиться в чистом пространстве. Спасибо большое, что вы провели этот влог со мной. Мне было очень приятно. Пока-пока. Встречаемся уже совсем скоро.